Согласно данным Министерства иностранных дел Азербайджана, резню в Ходжалы признали законодательные органы 21 штата США и парламенты 14 стран мира. Среди них Чехия, Мексика, Пакистан, Перу, Румыния, Босния и Герцеговина, Сербия, Словения, а также Парламентская ассамблея Организации исламского сотрудничества. В связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида во всех дипмиссиях Азербайджана за рубежом проводятся памятные мероприятия. Это и организация мероприятий в Конгрессе США, симпозиумов и конференций в других странах. В том числе мы активно поддерживаем акцию «Справедливость Ходжалы», инициатором которого является вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Помимо этого, наши дипмиссии тесно сотрудничают с медиаорганами стран, в которых они аккредитованы, и их посредством информируют общественность о геноциде в Ходжалы, об Азербайджане в целом. Мы повсеместно ведем работу в этом направлении и с дипломатическими корпусами других стран в Азербайджане. Они приглашены на мероприятия, приуроченные к этой трагической дате, которые проводятся не только в годовщину геноцида, но и на протяжении всего года.